начинается праздник Ивана Купала. Ничего было. Вообще не слышите даже никаких напев. Нет, физические праздники меня не интересуют. Знаете, мало я еще знаю. Может, что-то загадание, какие-то приметы, там, легенды. Ну, знаю, там папоротник, по-моему, ищут. Вот, а так, в принципе, мало. А от чего папоротник ищут? Не знаю, честно. Просто языческий праздник. Какие приметы, возможно, легенды, гадания? Слушай, гадания, прыгание через костер. А в этот день цветет папоротник. И что означает символ? Символ? Что именно? Папоротник? Да, папоротник. Чего символ, чего? Даже не знаю. Очень много сказать. Много чего знаю. Знаешь, через костер прыгает. Ну, что-то футбольный праздник. Легенды какие-то. Честно говоря, не знаю. А что папоротник цветет еще цвет? Да, да. Символ чего? А ты гуляешь. Да, вы сами гадаете? Нет. В детстве как бы бегали, прыгали через костры, там все это сопровождалось бурными гуляниями до утра. А легенда про папоротник, знаете, что ли? Нет. Что-то рассказывали когда-то, но я не помню. Он через костер прыгает. Какие-то легенды, поверили. Легенды? Не знаю. Какие-то гадания там. Вы слышали, что там цветок? Ну да, девушки гадают на любимого, запускают цветочки, по-моему, или свечки. Что? Ой, так давно уже. А про цветок папоротника что-то слышали? Слышала. Это. Ну что вы знаете об этом? Что-то знаю. Это нравится девушки-цветники. И кидают их в озеро. И тот, кто славит из мужчин, тот не должен жить. Какие-то гадания. Гадания. Ну, не знаю, но я знаю только, что кто найдет папоротник в лесу, цвет папоротника, и подарит своей невесте, то тогда у них будет, ну, как бы, хороший брак, и они будут жить долго еще.